Что могу сказать? Вкусно. С ароматом мокрого бетона. Соленькая. Залипает. Жирненькая. Но не настолько. Настолько самого. Вначале она немножко как будто песочная, а потом превращается в жирную кашку. Удивительная природа. Почему-то у меня такой прекрасный нежно-розовый цвет. Удивительно, что это. Давайте остану. Идеал. Попробую. Прям вкуснятина. Сразу же при откусывании какой-то ореховый прикус. Мягкая. Действительно идеал. Залипает. Очень сильно. Знаете, Астана 2, она белая. А Астана Идеал, она серая. Серо-белая такая. Кремовый оттенок, что ли, у нее. А вот Астана 2, она прям белая. Очень вкусная. Мне советовали ее попробовать. Пробую. Да успокойся. В чем же отличие Астаны 2 от Астаны Идеал? Астана Идеал совершенно имеет другой вкус. Вкус какого-то грецкого ореха. После вкуса, вот у меня сейчас грецкий орех. А вот эта, Астана 2, она имеет яркий аромат кальций-глюконат. Я когда даже первый раз попробовала, сразу подумала, блин, это же кальций-глюконат. 100%. Астана розовая, она вообще как типа глинамел, что ли. Тут что-то какие-то меловые нотки тоже есть в структуре. Астана Идеал прелесть. Thank you.